С 1 сентября новоиспеченных студентов закружила карусель учебного процесса. Семинары и лекции, контрольные и практические работы. Но ни один первый курс не обходится без посвящения в студенты. Наставший уже традиционным в нашем городе парад чайников отправилась и наша съемочная группа. Праздник первокурсников по традиции начался с красочного парада. В нем приняли участие более 1000 новоиспеченных студентов филиала Новороссийского медицинского колледжа, техникума экономики и права, Анапского индустриального техникума, сельскохозяйственного и электротехнологического техникумов, Славянского филиала Кубанского государственного университета. Шествие каждой колонны открывала знаменная группа, которая несла логотип своего учебного заведения и чайник. Яркие колонны студентов на театральной площади встретил глава Славянского района Роман Синеговский. Он отметил, что студенческая пора – самое прекрасное время в жизни каждого. И прожить ее нужно активно и с пользой. Дорогие друзья, у вас, конечно же, все впереди. Я хочу, пользуясь случаем, сказать большое спасибо вашим директорам, ректорам, преподавателям, потому что мы сегодня в городе Славянске на Кубани имеем возможность получить множество профессий. Количество этих профессий с каждым годом становится все больше и больше. На память о празднике первокурсников Роман Синеговский оставил подпись в импровизированной зачетной книжке, чтобы все экзамены сдавались легко и на отлично. В этот день для новоиспеченных студентов была подготовлена развлекательная шоу-программа, песни и танцы. А сами студенты показали свое домашнее задание. Задание. Молодежный флешмоб. В торжественной части ребята дружно спели студенческий гимн «Гаудамус Игитур», а затем дали клятву студента. В этот день у каждого первокурсника горели глаза, и было заметно, что молодежь переполнена эмоциями от первых дней обучения. Эмоции, знаете, у меня вообще потрясные. Я не ожидала, что действительно так будет все. Мало того, что много информации непривычно, но это все как бы направляется в лучшую сторону. Мне очень нравится. Я очень довольна, что я учусь именно в этом колледже. Я хочу дальше уже пойти на какую-то высшую профессию, получить что-то больше. А это как основа, база. И, в общем, я очень рада, что я учусь в этом заведении. Я считаю, что я не зря сюда поступила. Мне здесь очень нравится учиться. Я не пожалела. Дни очень интересные, много мероприятий, очень нравится сидеть на парах, прекрасный преподаватель, мне очень нравится. В этом году в высшие и профессиональные учебные заведения Славянска на Кубани поступили более 1000 вчерашних школьников. Впереди у них годы обучения, сессии, получение диплома и, конечно, праздники, такие же яркие и зажигательные, как День первокурсника. Надежда Калинина, Георгий Калинин, Александра Тимовская, программа «События».